На территорию планеты Земля приземлился инопланетянин, который называет себя Ревизор. Его задача, пожив на нашей планете, провести проверку и решить, уничтожать человеческую расу или нет. Президент США обратился к президенту Российской Федерации за помощью. Президент РФ поручил решение данной проблемы Михаилу Швецову, генеральному менеджеру отеля «Миротель» в Новосибирске. Будет сделано. Я вас не понимаю. Не понимаю. Речевой модуль настроен. Меня зовут Ревизор, адепт межгалактического рукава. Михаил Алексеевич, очень приятно. Мне нужно восстановить энергоячейки. Да, конечно, давайте я вас провожу. Это ваш номер категории люкс, располагайтесь. Зачем вы легли на пол? Мы люди давно изобрели кровать, чтобы спать было приятно и удобно. Попробуйте. Многие века моя раса пребывает в страшных мучениях, потому что спит на голых камнях. Как вы додумались спать на мягких кроватях? Я зайду за вами утром. Доброе утро. У нас на планете принято завтракать по утрам. Мое тело готово. Что это? Это хачапури по-мегрельски. И попробуйте еще сверху розбив положить. Будет очень вкусно. Во святая галактика. Неужели еда может доставлять такое удовольствие? Мой народ уже 2000 лет питается электробульоном на плутоновой плазме. Михаил Алексеевич, расскажите, а как люди отдыхают? Давайте я лучше покажу. Начнем с одного классного места. I'll be back. Бросай оружие, ты арестован. Твою мать, а? И запомните, здесь, в этой квартире, только один настоящий мужчина. Михаил Алексеевич, здесь при встрече мужчины берут друг друга за руки. Вы бесстрашные создания. На нашей планете это приводит к заражению и самоликвидации. Знаете, мы давно уже придумали мыло. Оно идеально защищает нас от микробов и вирусов. Мне нужен рецепт этого мыла. Да, конечно. Оно еще приятно пахнет. Начинают плановую уборку. Увидимся утром.
Дорогой Михаил Алексеевич, за такой короткий срок я многое понял о природе людей. Нам есть чему у вас поучиться, и теперь мне нужно принять сложное решение. Всей душой я благодарен вам за прекрасное время, и, как говорится, I will be back. Добрый день, Миротель Новосибирск, Валерия. Здравствуйте, ревизор, мы сразу вас узнали. А, поняла, вас 60 гостей. Будем рады вас всех видеть. Подскажите, будут какие-нибудь особые пожелания? Угу, поняла, в каждый номер хачапури, сверху ростбиф. Ждем вас в гости.